полиции. Инспектор ГИБДД вымогал у предпринимателей взятки бензином и автозапчастями. За совершенное должностное преступление Верхнеколымский районный суд уже запретил бывшему автоинспектору заниматься соответствующей должностью в течение 3 лет. Решение в силу пока не вступило и может быть оспорено в вышестоящей инстанции. В суде установлено, что подсудимый, занимая должность инспектора ГИБДД, из корыстных побуждений, пользуясь своим служебным положением, явно выходя за пределы своих полномочий, неоднократно требовал и получал у руководства одной из управляющих компаний Верхнеколымского района автомобильный бензин, а также получил запасную часть для автомашины. Незаконно полученные материальные средства подсудимый использовал по своему усмотрению. В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал в полном объеме. Верхнеколымский районный суд, согласившись с позицией обвинения, признал подсудимого виновным в совершении инкриминированного преступления и назначил ему наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года. Приговор законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.